Сейчас я... Это ты? Да. Что тебе парче не нравится? Так, вы где? В гаражах? Нет, возле машины. Так. Ты как-то топор держишь, странно. Стой. В смысле? У меня даже топора в руках нет. У тебя он в руке. Нет. Ну-ка тут побегай просто вокруг. Нормально. Блин, вот одни запоры. Где там есть проезд вот тут? Вон слева. Что опять? Каменный забор. Капот, кстати, улетел, видели? Нет, я не видел. Был капот, и он тупо улетел вперед, когда я врезался. Ну, типа, съехал такой. Столкновение. Ну, не где-нибудь севернее, наверное, да? Севернее, 100%. Нет резона оставлять где-то рядом там с базой. Ты тут хер угадаешь, где у них. Надо пошукать. Черт знает, может, что найдем. Вдруг найдем. Явно недалеко от базы, потому что, ну... Давайте вон тот, наверное, лес проверим. Или как, блин, не знаю, может нам разделиться проще. Считай, вот там. Как тут F6 вроде показывает. Это севернее вот там, да? Там, считай, стрельбище. И по идее там да. Край карты выходит. Да. Вот можно там чекнуть, чтобы уже быть уверенным, что там, ну, ничего нет. Идти вот уже потом вот туда, в сторону радиовышки. Вот тот лес ты хочешь, да, чекнуть? Да, сейчас вот тот чекнуть, а потом туда да, идти. Да, давай-то вот пошли в сторону радиовышки. Ну, тут вроде такой вот редкий, без елок, но может они на это типа и рассчитывают. Есть палатка, по-моему. Да, есть палатка. Черная, да? Синяя. Синяя? Где? У меня есть две палатки. Две палатки, ребят. Вот я бегу. Две палатки, налево, да? Налево ушли? Налево. У меня одна палатка, голубая такая. Полукруглая, да? Да. Я здесь рядом. Я около края карты. М4А1 с глушителем и РЦО. Эмочка также. Блин, ты где вы, ёпт? А вижу все. Яблок целая куча. Ну, я же сказал, не зря я станоги брал. Это да. У меня тоже есть станаги. М68, глушитель, все дела, все, красота. Назад только не сдавай. А, о, яблоки, отлично. Так, у тебя что, Гериха? АК? 762 у тебя? Да. Убирай магазин. Я делаю записочку, короче, парни. Давай. Так, отойди-ка, чтобы мог нащупать. 168 мне место. Так. Записка. Надо наоборот, в ту сторону бежать. Вот туда. Да. Так, на какой ты показываешь? F6. Брат? Чем написать, парни? Да. Напишу, тут был шайтан. Ну, да. Они же знают. Тут был шайтан и ко. Так, возьми патроны, Гериф, на эту дешку. Так, кормушку. Волки, блин. Тебя? Где-то рядом со мной тусуются. Давай ближе к краю карты направо. Вижу, блин, бегут уже. Бегу к вам. Я возвращаюсь тогда. А, может быть, кстати, и волки прогружались. Так, вот Гериха вижу. Ай, блин, а жрут нет. Меня. Буду стрелять. Давай. Ё-моё. Ох, ебать, ты далеко. Бегу на острел. Все, это был вожак. Давайте, ну, наберете, если что. Фу, походу, или что это такое?
принять, ничего не могу сделать. А. О, все, заработало. Я тебя хочу огорчить. Чего? Ты сейчас распрощаешься с Эмкой. Я же говорил, у меня нет ее. Потому что я ж тогда так же потерял, когда в руках была Эмка и начал есть яблоко. Надо просто перезайти, наверное, и все. Не поможет. Чё, теперь у меня 5 полных магазинов. О чем я и говорил. Все, нету Эмочки. До свидания. Я ж тебе говорил. Нет, в смысле, как? Она висит на стене карт. А. Там прикольно. Давайте, смотрите, тогда я наверх побежал. Потому что сверху. Ну, дельного тут чуть больше, чем ничего. Так, фонарик на оружие, на винтовку. Калаш. О. 74-й, ух. То, что надо. Чё, блин, нашёл? На втором этаже, что ли? Да. А-а-а. На первом чуть не долго. У меня патронов немножко, но есть. Плюс вот есть сюда каштан. Идем. Сюда, вот в эту комнату. Видел, не видел? А мне зачем? Эту штуку. Вон. А, о, прикольно. Черногорск, видишь, он там, типа. Южное Загорье, вот это все там отмечено. Черные горы. Такистан. Так, вы там наверху, да? Ты! Интересно, они будут именно до такого масштаба расширять? Ну, было бы, конечно, круто, но, наверное, это вряд ли. Это при... Ну хотя бы даже с подгрузкой, да? Либо будет это три карты. Чернорашка, какой-нибудь Мирослав Рашка. Виград Рашка. Выбирай. Давай. Пирас. Он зеленый. О, зелененький. Стоп, а Новиград, это же Ставиана. Новиград это вообще Ведьмак 3. Нет, по-моему, на Тавиане тоже есть Новиград. А у тебя и с магазином даже, о как. Ну так... Фарт. Еще и тактическая рукоятка, ты прикинь, повезло. Ну как сказать, повезло. Ну! А чё, тогда валя. Куды двигаем только? Блять! Чё такое? Чё, упал? Да. Где? Около лестницы я умер. Какой лестницы-то? С боковой. Ой. Нет. Почему? Вот скажите, как так можно? Он был так молод. Вот поэтому я двойной W не люблю, блядь. Изначально нажал и улетел. Три ботинки, блядь. Они, правда, руиненные, но ладно. Ботинки, все, да у меня свои же такие ботинки. Ладно, сейчас мы тебя заберем на машинке-то все равно. Только надо как-то... Надо ствол забрать, да. Ну, ствол, один... В его сумку все сгружаем, и его сумку в руки берем. Давай. Пиздец. Чего? Чё там? Я просто, как ты упал, говорю, хорош. Ты хуй вот, говорю, двойной дабл, случайно нажал меня лестницей и выплюнул. Что двойной дабл, я вот никогда не знаю. Зомби, Шайтаныч. Это твой ствол на спине, да? Да. Всякие разные личности. Ты, да, бежишь? Да. Понял. Садись. Садись. Сейчас отъедем, там заберешь свои шмотки. Воды. Такой лютый парень. Да. Прожженный. Я даже твою аптечку забрал, она правда заруинена, но то, что внутри, все в порядке.
Отлично. А, я теперь понял, почему я вас не слышал. У вас ты вроде как газуешь, а движок на одних и тех же оборотах работает. Да. Еще очень сытик. Че, тут где-нибудь встанем, наверное, да? Да, что, давай на обочину какой-то праздник. Так, ну, забирай. Все там, внутри. Так, а у кого у меня КМчик? КМчик у меня, сейчас скину. Не-не, у меня, пушка, я его... Так, я скидываю на землю магазины, скидываю аптечку. Что там еще твое-то было? Это еще твое. Пистолет. Твое... Ну, типа надпись пить. Ну-ка, одно-то я тащил, второй не подбирает. Я походу даже перебрал. Все, я выкинул их. Ты прицел нам же не нужен никуда? Нет, нет. У меня есть. Там пристин. Блять. Он только на один пистолет ставится. Че, сломал? Нет, на ветку сел. Все. Че, сидит? Я не да, ее теперь надо как-то сталкивать. А че за ветка-то? А там, блядь, ветка мелкая. Че, может развернется, поедет. Четко под машину попал бревно. Блядь, в космос бы не улететь случайно. Ну там так шевелится, если честно, это бревно. Как бы это все возможно. Что с этим луком делать? Нужна пара стрел и стрелять в машину. Тут с какой стороны лучше по ней стрелять? Наверное, с левой машины. С левой, с да. С этой стороны лучше стрелять. Чтобы она вниз по склону укатываться начала. Угу. Я не хотел. Понял. Хера себе стрелы, бля. Джон Рэмбо прям. Сейчас попробуем покрутиться. О! Опа. Зад опустился. Есть! Почти. Теперь бревна забрать надо. Она теперь на бревнах сидит. Еще есть там? Нет, она сидит на этой ветке опять. Ого! Нифига себе подпрыгнула. Сколько бит от бревен и стрел. Сколько дверей отстрелено. И там застрял, хочешь сказать? Нет, она просто соскальзывает. А дверь надо вернуть на место. Стой. Там вроде сломанная. Они хоть и демы, ну как это, но они стоят.